Приветствую, мехвойны! С вами снова MVFans. Hellbringer. Неся смерть и разрушение во внутреннюю сферу, Hellbringer, словно посланник ада, внушал страх и уважение. Своим элегантным дизайном, мощью и передовыми технологиями он передает суровый дух и идеалы кланов. Hellbringer является плодом мысли инженеров клана Адских Лошадей. Впервые произведенный в 2926 году, он изначально был одним из нескольких проектов омнимехов, которыми собирались пополнить свои ряды адские лошади. Требовались мехи дешевые, эффективные и с большой огневой мощью, и Hellbringer стал единственным успешно реализованным проектом. Когда лошади потеряли один из заводов, производящих Hellbringer, чертежи меха быстро разошлись по кланам. Выяснилось, что за основу был взят мех Самонер, нижний торс и ноги мехов почти полностью идентичны. А раз запчасти Самонера уже давно готовы, это сильно удешевляло ремонт и создание Hellbringer. Дешевизна была первым заявленным критерием для данного концепта, поэтому в шасси была использована стандартная структура и стандартная броня. На борту расположен 325-й XL двигатель, разгоняющий меха до оптимальных 86 км в час и внушительные 23,5 тонны полезной нагрузки под разнопрофильное вооружение. Правда, за все технические решения пришлось заплатить. Hellbringer защищен всего лишь 8 тоннами брони. Это ощутимо меньше, чем у других тяжелых омнимехов второго поколения. Поэтому особое внимание было уделено установке на борт системы радиоэлектронной борьбы ЕЦМ, позволяющей скрыть мех с радаров противника. Во время вторжения во внутреннюю сферу Hellbringer был знаковым в глазах воинов сферы и олицетворял собой кланы как таковые. Особенно он полюбился клану Нефритового Сокола за свою внушительную огневую мощь. Одним из самых знаменитых пилотов Hellbringer была вернорожденная Джоанна, звездный капитан из клана Сокола. Это она убила один на один Наташу Керенскую из клана Волка и приложила руку к воспитанию Эйдена Прайда. Ее любимый Hellbringer – модель, названная в МВО Вирага, можно перевести как «мужественная женщина». А во внутренней сфере мех заслужил кодовое имя Локи. Так его прозвал офицер Федерального Содружества Гален Кокс, добавив по этому поводу, что все конфигурации Локи совершенно безумны. Пилотирование Hellbringer требовало умения маневрировать и действовать слаженно. Мех тонкий, поэтому он всегда выступает в составе группы. И под огневым прикрытием товарищей этот мех явил миру весь свой потенциал испепелителя вражеских душ. Поэтому мех еще долго служил на вооружении в каждом из кланов, обрастая новыми конфигурациями под широкий спектр задач. Начиная с 3067 года, когда кланы активно использовали технологии сферы вкупе со своими, на смену Hellbringer пришел Эбон Ягуар. Hellbringer стал мало популярен. И только спустя 50 лет, в 3121 году, инженеры Соколов вместе с адскими лошадьми вернули былую славу Hellbringer, сделав ему апгрейд и создав Локи Марк 2 – медленного, но еще более смертоносного и бронированного хевика. И нарекли его Хель по имени дочери Локи, она же богиня смерти. Но это уже совсем другая история. Hellbringer – универсальный 65-тонный омнимех кланов. При создании огневая мощь ставилась в приоритет броне. Из этого Омниса можно собрать как ракетный вариант для ближнего боя, так и лазерный дальнобойный. Хотя мех не использует в своей структуре продвинутую эндосталь, это, с другой стороны, высвобождает много места и позволяет ставить самое тяжелое вооружение. В общем, для творчества нам доступно 23,5 тонны при полном бронировании. Орудия для боя располагаются по всему корпусу меха и в руках, обеспечивая достаточную огневую мощь даже при потере половины меха. Орудия в полуторсах расположены чуть ниже кокпита, что идеально для стрельбы из-за укрытий. Одной из главных особенностей меха является поддержка ЕЦМ, что делает его тихим и незаметным убийцей. В МВО представлено 6 вариантов данного меха. Поглядим на их внутренний мир.
Конфигурация Prime несет на поле боя всего понемногу. Два RPPC, расположенные в руках, да и сам вид меха, напоминают Вархаммера 6R, древнего предка Хеллбрингера. Находить цели на расстоянии помогает активный зонд. На средней и ближней дистанции вступают в дело три средних эйр-лазера из Трик СРМ-6. Замыкает квартет два машин-гана. Для самозащиты мех использует ЕЦМ и противоракетную установку. Компьютер наведения третьего уровня расширяет диапазон лазеров и дает пипцам смертельную точность. Ну что, слепим конфетку? Наращиваем броню. Выкидываем все, кроме ЕЦМ, и меняем правый полуторс на аналогичный от Пи модели. Голову меняем на вариант модели А. Получаем 6 лазерных установок в корпусе. Левый торс оснащаем двумя эрмидаками и одним ларж-пульсом. Правый торс – один эрмидак и один ларж-пульс. В голову – один средний лазер. Посыпаемся хитсинками. В общем, получаем то, что вы сейчас видите на экране. В прокачке нам пригодится максимум охлаждения, живучесть и сенсоры. Прихватите и кулшоты. Подглядеть скилл 3 можно на сайте MVFans, ссылка в описании. Модель Hellbringer A. Данный вариант разрабатывался исключительно дальнобойным. Его вспомогательная роль на поле боя обеспечена двумя эрладжами Ultra AC5 и LRM-20. В отличие от первой модели Prime, здесь установлены нижние актуаторы, поэтому доводить огонь стало гораздо проще. Активный зонд помогает с наведением на дальних дистанциях. Вспомогательную роль на поздней стадии несут один медлазер и два пулемета. Наличие нарка как бы намекает, что меху будет комфортнее рядом с поддержкой, ибо самому лурмить долго не получится. Давайте доводить до ума. Первым делом броня. Ставим наш любимый праймовый полуторс. Справа разместим винтовку Гаусса и 3,5 тонны боекомплекта. В левый – 3 средних лазера увеличенной дальности и коп третьего поколения с ЕЦМ. В голове средний лазер пускай так и остается. Качаем живучесть, Advanced Zoom, сенсоры, ноды на Гаусс и Рейндж. Следующая модель – Б. Первая, не страдающая от перегрева. Однако она страдает от нехватки боекомплекта. Гаусс в правой руке достает до любого врага, а ЛБ-5 пушка довершает дело. Две установки СРМ-6 плюс Артемис помогают быстро уничтожить вблизи вскрытые компоненты. Последним средством борьбы выступает один Air Small. Все это делает модель невероятно холодной. Мех может буквально купаться в лаве, пилот лишь немного вспотеет. Попробуем улучшить. Убираем Артемис, ставим наш любимый левый полуторс от Prime, в него два больших лазера увеличенной дальности и ЕЦМ. В правый полуторс – две ЛРМ-15. Боекомплект в 3,5 тонны располагаем по вкусу. Получается беспалевный лонговый билд огневой поддержки. Качаем Advanced Zoom, охлаждение, длительность лазеров, ноды на ракеты и рендж. Hellbringer F – это единственный вариант, который не тратит тоннаж на лишнее оборудование. Взяв по ЛБ-10 в каждую руку, мех отлично подходит для широкого ряда задач. ЛБ-пушкам помогает на мидрендже 4 средних ИР-лазера. Достойную огневую мощь довершает стандартная СРМ-6. Пожалуй, модель F является самой сбалансированной среди всех стоковых конфигураций. В целом хорошо, но снова мало боекомплекта и брони. Будем переделывать. Помните наш Prime-вариант? Так вот, после прихода в игру новых технологий этот билд можно усилить. Правда, продолжительность удержания цели тоже вырастет. В общем, смотрите. Большие импульсные заменяем на большие тяжелые лазеры и добавляем за счет этого еще 4 хитсинка. Теперь этот мех холоднее и злее. В прокачку берем все те же ноды на охлаждение, живучесть и сенсоры. Обязательно прихватите кулшоты. Модель P. Боец-универсал по дистанции. И на лонг, и на клосс. Для лонга 3 больших лазера увеличенной дальности, один в правой руке и два в левой.
ЛРМ-20 в левом полуторсе. Для ближнего боя на потом средние импульсные и малые эр-лазеры. Но без половины брони сильно не навоюешь. Будем менять. Почему бы нам один вариант не собрать в клосс? Для этого первым делом меняем правый полуторс на аналогичный от Б-варианта. Ставим Артемис. В правой руке даем один средний эр-лазер. В левую руку один средний эр-лазер и один тяжелый большой. В ракетные слоты ставим СРМ-6 с Артемисом. В ноги 4 пачки боекомплекта. Броню почти максимум. И еще влезет 6 дабл-хитсинков. Наш клозовик готов. Качаем ноды на живучесть, сенсоры и ракеты. Хеллбрингер Вирага. Героический вариант Хеллбрингера. Основное отличие – это правая ракетная рука на 2 слота. Правый и левый полуторсы несут в себе по 2 средних эр-лазера. Левая рука – 2 больших эр-лазера. Правая рука – ЛРМ-20 и ЛРМ-15. На все ракетные установки у вас 2 тонны боекомплекта в правом борту. Немного подпилим билд. Тут мы не будем менять амниподы, а используем все как есть. Каждый полуторс по связке тяжелого большого и среднего лазера. Правую руку вместо ЛРМ поставим 2 СРМ-4, как второстепенное оружие для добивания врага. По пачке боекомплекта на установку. Максимум брони, а все остальное двойные хитсинки. Прокачиваем ноды на охлаждение, рендж, длительность лазеров, живучесть и кулшоты. Заканчивая говорить о моделях, пару слов о том, как бороться с этим зверем, если он обнаружен в команде противника. Хеллбрингерам мало полезно бить в ноги, а попав по рукам, считай, вообще промазал. Первый совет – не упустите возможность выстрелить Хеллбрингеру в спину. Броня тонка, поэтому пилоты часто предпочитают почти всю броню ставить спереди. Будем иметь это в виду. И альфа в 50 урона в спину может похоронить его. Человекообразная спина легко распознается. Второй совет. Выбивайте ЦТ или левый полуторс. Большинство хеллбрингеров в левом полуторсе несут ЕЦМ. Выбив левый полуторс, вы лишите его главного преимущества и половины вооружения. После вы или ваши напарники быстро с ним разделаетесь. Резюмируем. Хеллбрингер – один из самых смертоносных тяжелых мехов кланов. Сочетая в себе большой тоннаж, удобные хардпоинты, возможность установки разных видов вооружения, он является одним из самых гибких в настройке мехов. С появлением в МВО мех снискал популярность. И спустя много лет до сих пор остается одним из самых используемых клановых хевиков. За сим все. С вами были МВ Фэнс. Спасибо за просмотр и до встречи на полях сражений!